Давайте зайдем в него. Сколько я понимаю, ключ от этого места у нас с вами есть. И сокровищница открыта. Но чувствую, ничего плохого здесь, в кавычках, нас не ждет. Гробница. Как много здесь золота. Это должно нравиться мне. Естественно, мы можем подбирать здесь всякую хрень, типа белых шмоток. Ну и, возможно, нам попадется что-то более существенное, чем просто зеленые шмотки. И чем серые шмотки. Типа, например, фиолетовых шмоток. И сейчас раз, и эта статуя, которая сзади меня, начинает двигаться и дает нам люлей. В общем, мы умираем. Я не могу. На этом конец игры. Ну, поняли, о чем я. Такие вот дела. Давайте откроем два сундука. Это невозможно. Здесь лежит прям совсем куча полезных вещей. Классическая музыка играет. Бросить раз, бросить два, бросить три, бросить четыре. И подобрать что-то полезное вместо того, чтобы не бросить. Я не могу. Так. Это невозможно. Я не могу. Видимо, это ХП, но почему-то она не отображается. Это невозможно. Так, теперь он все поднял. Замечательно. Меня все устраивает, дорогие мои друзья. Играет очень классная музыка, эпичная музыка. Я бы, честно, остался ее послушать, но вы же будете против. Вот такие вот у нас гробницы нас ожидают. И таят они лишь хорошие секреты. Так. Давайте проверим соседнюю карту, зайдем внутрь и просто просмотрим, нет ли там каких-нибудь вещей, которых мы не смогли найти. Потому что, по идее, карта у нас должна была быть, вроде бы. Так. Здесь все чисто. В подвале чисто, на крыше чисто. Делаем вывод, что в принципе мы здесь собрали все. Хотя на самом деле, скорее всего, это не так, и тем не менее. Мне еще интересно, что вот за вот этот огромнейший водоворот, и почему-то мне кажется, что он будет как-то взаимодействовать со всем этим делом, но окей, об этом, видимо, потом. А пока зайдем вот сюда. Быстренько подходим, собственно, в саму кузню, в плавильню, по-моему, да? Если я правильно помню. Это же все-таки плавильня. Да, да, нет. Что-то нам, кстати, ничего не написали, что это. Ну, давайте посмотрим. Тем не менее, на карту мы видим один недобытый сундучок. Угу. И еще одну какую-то закрытую дверцу. Но мы будем идти к сундучку, который мы по тем или иным причинам почему-то не взяли. Собственно, сейчас мы с вами и узнаем, по каким же причинам он не был нами найден. Нам последнюю дверь. И сейчас мы его возьмем. Наверное.
Для этого надо было разбить желтую фигню. Чтобы разбить желтую фигню, нам нужно найти, чем ее разбивать. Так, а здесь этого лично нет. Ну, естественно, смерть не допрыгнет до туда, поэтому я зря сюда прыгнул. Раньше времени, так сказать. А там у нас, походу, лежит карта. Ну, или что-то в этом духе. Сейчас мы поглядим, что это у нас было. Что это у нас будет. Как говорится, как только так сразу. Отлично, мы с вами переместились сюда. Ну и теперь наша задача переместиться тупо наверх. Возвращаться сюда, на самом деле, у меня особого желания не было, но я не парюсь. Где же тот заветный кусочек? Вот он. Как же я не догадался тогда это сделать. Так. И что у нас здесь? Я не могу. А ни хрена. Ни хрена здесь полезного не было. Даже и карты. Упс. Не очень-то грамотно нас разместили. Ну и на том спасибо. Так. Передвигаемся вот сюда. Открываем заново дверку и проходим куда-нибудь побыстрее подальше. Чтобы все это дело-то позабыть. Так. Ну, здесь мы тоже все, в принципе, открыли. То, что нам надо. Все мы сделали. Поэтому особых вопросов здесь не остается. Так. Теперь моя основная задача. И это пробраться туда, где меня не было. А это чуть в бок. Потому что туда я попасть так и не смог на тот момент. Давайте подеремся с ребятами немножечко. Это невозможно. Я не могу. Так. Это невозможно. Так как я сюда не вернусь, давайте мы похилимся. Возьмем девочку. И мы подеремся с ребятами опять-таки. У нас очень мощные косы теперь. Хотя, нафиг ребят на самом деле. Давайте пробежим как можно шустрее. Потому что ребят здесь много. Бежать далеко. И, по сути, таким образом я тупо трачу время. Чего вы мне, как правило, не прощаете. Ну и не, вообще не любите, когда я трачу время ваше. В принципе, как и все. С чем я опять-таки согласен. Потому что мы же не для того же играем и смотрим, чтобы тупо тратить время. А для того, чтобы все-таки что-то у нас было. Вот здесь вот, видите, опять-таки не зря я мог бы сказать, что, типа, зачем я сюда зашел, но, видите, оказывается, полезно, полезно все равно заходить сюда. Больше здесь вроде бы ничего и нет. Не место для лошади. Я так с тобой не согласен, здесь вполне себе неплохое место для лошади, на самом деле. А, меня в прошлые разы смущали вот эти места. Я был прав. Они не зря меня смущали. Замечательно. Я слышал там, по-моему, зов кристалла. Ну, вы поняли, о чем я.
где-то здесь я его слышал. А. Опять интересное место, куда можно нырнуть. И где можно что-то найти. А вот, собственно, и тот кристалл, который я, походу, слышал. Вон он. Вот этот маленький паразит. Что-то относительно полезное нам выпало. Убиваем этот кристальчик. Камень силы. Замечательно. И видим чуть повыше монетку Вульгрима, которая дает нам плюшек. Так. Так. В принципе, кристалла больше здесь нет. Но я уже не пожалел о том, что я сходил сюда. Помимо прочего, я также не пожалею и о том, что схожу вот сюда. Потому что сюда я тоже не ходил. Здесь были какие-то непонятные обстрелы. Я не понимал вообще, что здесь происходит. И мы здесь нашли руку нашего друга. Ну вот, уже не зря пришли. Так. Было бы интересно, конечно, с ним пообщаться из разряда там, у тебя есть рука, у тебя есть нога, да, там, приходить к нему каждый раз, когда ты что-то находишь, но, блин, я, во-первых, это уже упустил, а во-вторых, я пока не понял, куда мне надо. Что-то определенно я не понял. Нет, естественно, это так не работает. И, естественно, наверх здесь мы тоже не заберемся. Но при этом нам дала возможность забираться именно отсюда. Точнее, именно сюда. Значит, что-то мы здесь делать таким... А, понятно. Так, хорошо. Я опять слышу зов кристалла, кстати говоря. Не могу, правда, понять, где он находится, но... Слышите, я его слышу. Походу, я понял, где он находится. Сейчас его попробую снять. Он отчетливо... А, вон он. Ну да, я примерно понимал, что он находится именно там, но где конкретно он находится, я не видел. Вот. На самом деле, увидеть, где находится какой-то кристалл такого типа, довольно сложно. Оу. Здесь тоже такой же секрет, как и в прошлый раз. То есть он находится ровно там же, где и в прошлый раз, но до него в этот раз чуть-чуть сложнее добраться. Такие вот дела. Ну, естественно, при определенной сноровке, естественно, ничего сложного для вас, нас, меня не возникнет. Шрам. Беги, Хорн растопчет тебя. Серьезно? Так, ладно. Будем драться с ними, несмотря на то, что они 17 уровень, в отличие от предыдущих, кстати говоря. Потому что предыдущие, как вы помните, были 4 уровень, и почему-то в этом плане THQ это не продумало. Ну а вот эти, наоборот, ребята стали получше, повыше. И, кстати, непонятно, куда нам... Зачем нам вообще эта стенка? Ну. Ладно. У меня создается такое ощущение, что я слышу, опять-таки, тонкий такой звук этой гадости.
Если честно, он немножко напрягает. Ну ладно. Короче, нам все глубже, глубже и глубже. Гнездо жало хренов, хреножалов и так далее. Естественно, эти гады являются ядовитыми, но не сильно проблемными. Хреножалы, жалохрены. Всех мы их убьем. Нам не важно, кто это. Прыжок, прыжок, прыжок. И закрыли нас. Замечательно, ходу назад нету. Значит, нам нужно найти ход вперед и понять, что здесь есть что-нибудь или нету. Я лично пока ничего не вижу. Мне нужно спешить. Понятно. Хода назад вот почему нету. Так. Осознал. Тихо. Оу. Оу. Тихо. Эй, дебил. Минус 999 урона. Вы видели эту сумму. Мне понравился именно сам факт. Так, что-то мне это напоминает, если честно. Аккуратно пробираемся. Бегом. Вверх. Сюда. Отлично. Тихо. Вверх. Бегом. Вниз. Бегом. Вверх. Так, окей. Окей. Забрались. Хрен бы с ней славой. Выше определенного уровня она одна фиксленно не подберется. Хотя будет смешно, если она меч супер. Но нет. Такого, естественно, не произойдет. Естественно, мы не пойдем напрямую к нему, а пойдем обходным путем. Тем более, что здесь есть конструкт. Ауч. Пофигаримся мы с ними, ребята. Могли бы это сделать с помощью конструкта, но не обязательно. Вот как-то так. Я не могу. Сильно больших проблем они мне, в общем-то, не причинили. Это невозможно. Ну, в принципе, серые вещи, по-моему. Здесь на перебраться через вот эту лаву мы можем только на конструкте. Что само собой логично. Так. Разбиваем, разрушаем абсолютно все. Естественно, делаем себе быстрый проход. И, естественно, устанавливаем конструктор на место. Дабы забраться, например, вот туда. Перебираемся сюда. И понимаем, что сюда мы перебрались тупо для того, чтобы перебраться потом обратно. Таким же образом. То есть
Проще говоря, мы сюда перебрались зря, потому что... А, нет, не зря. Все, вижу. Вижу, друзья мои. Не кричите. Все увидел, все нашел. Все узрел, так сказать. Все узрел, все вижу. А здесь ничего, здесь ничего. Прыжок. Ну, как-то быстро мы со всем этим делом разобрались. И смотрим, что у нас дальше. А дальше у нас пробежечка по стенам. Ух, это было смертельно опасно. А мы справились. Нам дали ключ. Замечательно. Взяли монетку. Забрали все, что нам нужно. И, собственно, сбежали отсюда куда подальше. В принципе, все логично. Меня как бы все устраивает. Все, больше нету никаких претендентов, так сказать, нет? Замечательно. Только непонятно, почему у меня камеру так сильно развернуло, но окей. Так. Тут определенно что-то не так. Но мы с этим, по идее, справимся. Иди сюда. Замечательно. Замечательно. И нам нужен здесь конструкт. Но как мы его возьмем? Если, по идее, конструкта здесь рядом нет, если только его нет вот здесь, например. А конструктор там, походу, есть. Особенно учитывая, что нам нужно открыть эту дверку, как-то пройти внутрь. Блин, давайте остальную часть мы уже допилим в следующей серии, потому что я смотрю, уже часть получилась довольно долгая и как-то не очень круто. Поэтому, что мы будем делать в следующей серии, вы узнаете. Ну а в этой, собственно, на этом все. Всем спасибо за внимание и пока-пока.